8-я Севастопольская гвардейская мотострелковая бригада. Возглавляет колонну командир соединения гвардии полковник Андрей Трифонов. У этого воинского коллектива славная история. Около 5000 офицеров и солдат бригады награждены орденами и медалями. 10 гвардейцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, двое – Героя России. Завершают прохождение парадных расчетов пешей колонны курсанты Московского высшего военного командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков. Среди выпускников училища 5 маршалов, более 500 генералов, около 100 героев Советского Союза, России и социалистического труда. Училище единственного из всех высших учебных заведений страны предоставлено почетное право проводить выпуск офицеров на Красной площади.